Знакомьтесь, это трасса Лена, и впереди нас ждет какой-то пиндык. Надеюсь, нас не зальет сильно. Добро пожаловать на трассу Лена! Вот чего мы от нее ожидали. Лена не подвела, а грейдеры пошли. Было решено стравить колеса. Если кто не услышал, то я сообщаю, было решено стравить колеса. Иначе по такой дороге нас сильно трусит. То бишь трясет, если кто опять не понял. О, потрясуха, потрясуха! Строят новую трассу, Лена. Будет вообще хайвей, бродвей и все такое. Но пока вот приходится по ней ездить. Вот так, по объездникам, по грязище и по колдобинам. С этой стороны у нас, значит, лиственницы растут. Там поляны с цветочками. Здесь сопочки. А здесь мы обедаем. В общем, иногда трасса Лена выглядит вот так. Я даже не знаю, чего больше. Мне кажется, как-то пока у нас 50% грейдеров грязных, 50% асфальта, по моим ощущениям. На федеральной трассе Лена настолько мало машин и такой низкий трафик, что накатана всего одна полоса. За тындой пошел асфальт. Не знаю, как надолго, может быть, тоже там через 3 километра кончится. Но хотелось бы, чтобы не кончался. Периодически мы с Юрием Ивановичем останавливаемся вот так возле дороги и начинаем ходить, задирая ноги. Это мы так разминаем филейные части, чтобы они у нас поменьше затекали.